что мое, смешная девчонка. Детство мое, здравствуй, я соль, я скажу, ну позволь. Детство мое, ну зачем эти слезы и боль? Я ведь с тобой буду вечно с тобой. Годы звонкие, кожа тонкая, вместе выдержим, годы не беда. А я маленькой, рядом с маменькой, в старых валенках топаю сюда. Сегодня у нас в этом зале в рамках той выставки, которую видите, уже которая проводится 30 раз, проводится, наверное, одна из самых знаковых процедур, это процедура награждения знаком качества лучшим детям. Кто-то из предприятий представил уже еще дополнительные виды продукции и услуг, кто-то в первый раз. Поэтому я в двух словах скажу о том, что этот знак дорогого стоит, потому как проводится очень серьезная экспертиза этой продукции и тех услуг, которые представляются на конкурсе. По самой методике работы. Сначала Общественная палата Российской Федерации направляет предложение руководителям субъектов Российской Федерации с предложением выдвинуть самую лучшую продукцию и услуги для подрастающего поколения, которая правильно позиционируется, знаково в регионе. И только после этого, после этой рекомендации, продукция поступает или услуга поступает на экспертизу в Москву, или это если продукция, которую можно понюхать, пощупать и съесть, то это ФГО «Ростес Москва», все остальное это региональные отраслевые институты, очень серьезные эксперты. Довольно много продукции у нас и услуг отсеивается, но именно и суть заключается в том программе. Мы не статисты, мы хотим, чтобы была динамика. Поэтому те замечания, которые представляют нам эксперты, мы их передаем заявителям. И в случае, если они снимают те замечания, которые были представлены, причем возможно это сделать не единожды, а дважды, на это есть соответствующее время, то, соответственно, эта продукция и услуга проходит повторную экспертизу. Если все замечания сняты, то, соответственно, дается и знак качества. Этот знак качества можно использовать в течение 2 лет, маркировать свою продукцию, свои услуги, использовать в рекламных целях. И, соответственно, грамотно размещая этот знак качества, мы, в свою очередь, работаем и по пиару, уже довольно широкие слои в регионах, в том числе, есть, и, может быть, в первую очередь знают о том, что этот знак означает, что это равняется действительно качеству. Поэтому нам очень приятно, что вы, понимая суть этой программы, наверное, являетесь, несмотря на то, что это уже третий конкурс, все равно являетесь пионерами. Не так много продукции получилось знак качества. На самом деле, наверное, детская продукция, детские услуги, все, что связано с социальным решением положения детей в обществе, с социальным пространством детей, наверное, ближе всего подходит к тому, что мы называем нравственностью. Наверное, если политика начнет быть нравственной во всем мире и в нашей стране, то, наверное, это начнется с того, что люди задумываются о том, как решать проблему детей. Люди понимают, что они делают, потому что они делают это со знаком качества не только для того, чтобы получить прибыль или сверхприбыль, а для того, чтобы уважать себя и любить свою страну и наших детей. Я думаю, что вот с таким ощущением сегодня вы получите этот знак признания, который, может быть, поможет представителям производств, бизнеса, каких-то общественных организаций в продвижении продукции, в нахождении взаимопонимания на рынке, везде, потому что в очень непростых условиях развивается наше производство и отвоевывается то качество, на которое мы можем и хотим претендовать. Вот. Я вас всех поздравляю заранее с тем, что говорят на миру, и смерть красна. И из рук общественного признания, даже если это экспертно-государственное, общественное, это очень приятно получить, потому что, наверное, ради этого делаются очень многие вещи. Спасибо вам большое.
ООО «Тимали» за коллекцию школьной формы для детей. За все, что вы сделали. Хочу сказать спасибо вообще, так сказать, Александре Васильевне. У нас одни приоритеты, вот это неравнодушие, и что я и тогда сказал, что я просто счастлив за контакт с ней, потому что этот ресурс, что-то продвинуть очень трудно, а вот вместе оно продолжаем так, и будем продолжать. Спасибо. Ну и я хотел бы от лица оргкомитета еще раз вас всех поздравить с заслуженными наградами. Программа продолжается, развивается, поэтому на следующий год, 2012, также начнется конкурсный отбор с февраля 2012 года. Будет точно такая же выставка в декабре, уже принято решение правительства Москвы по этому вопросу, она будет в декабре 2012 года. Поэтому все, что вы считаете достойным, возможным, реальным для продвижения, для получения знаков, пожалуйста, мы ждем вас. И могу сказать, что сегодня, когда вот я зачитывал протокол, и действительно радует то, что эта география по сравнению с первой выставкой, она динамично и активно расширяется. Расширяют свои горизонты, они действительно охватывают всю Россию. И действительно, если на первой выставке у нас были многие предприятия, которые на слуху, все их знают и так далее, сегодня уже не боятся выставлять свою продукцию и услуги те, кто пока не на слуху. Но это означает, что именно за ними будущее. Им нужно осваивать рынок, им не нужно ничего бояться. И с инструментом для того, чтобы ничего не бояться, мы сегодня его вам дали, и он в ваших руках, это тот самый знак качества. Поздравляю. Это награда, заслуга всего коллектива компании «Тимали». Это наивысшая оценка Российской общественной палаты, которая доказывает, что «Тимали» не зря славится своим качеством и своими моделями для детей, для школы. И впредь мы будем подтверждать это качество из года в год и делать его лучше и лучше. Особую признательность хочу выразить президенту компании «Тимали» Галине Ивановне. Ее бессонные ночи и тот труд, который она вкладывает в свою одежду, воплотился в эту награду. Огромное вам спасибо. Нас в очередной раз признали лучшими производителями детской одежды и, в частности, лучшими производителями школьной формы. В выставке «Все лучше детям» наша компания принимает участие, и мы показываем свои коллекции, в частности, проект корпоративной одежды для школ. Проект «Школа в школу» включает в себя три направления, три коллекции. Коллекция классик, коллекция фэшн и коллекция клетка. Сегодняшняя награда доказывает, что это лучшая коллекция, лучшая одежда для школ. Особенностью нашей компании является
полный контроль качества продукции на всех этапах, начиная от производства тканей, производства фурнитуры, производства моделей. Мы сотрудничаем с международными мировыми компаниями, такими как SGS, которые обеспечивают нам контроль качества на всех этапах. Та система управления, та система менеджмента в нашей компании, система контроля качества, она воплотилась сегодня в этой награде. Наша компания и впредь будет делать лучшую детскую одежду для детей, все лучше детям.